Привести в идеальный порядок нужно и этот заросший участок на улице Чайковского, и газоны, более ухоженные территории Олимпийского парка. Болельщики «Формулы-1» – туристы взыскательные. С другой стороны, и сами сочинцы за время подготовки к Олимпиаде уже привыкли видеть чистые улицы и ухоженные зеленые зоны. Во время ожидания гонок и их проведения потребуется помощь волонтеров. Задача такова. На время подготовки из числа спортсменов, молодежи, волонтеров. И волонтеры должны будут дежурить все это время, пока будут игры. Волонтеры, ребята, дежурить по поводу санитарной уборки, я думаю, встречного мусора, а также набережной самой и берега, да, пляжных территорий. Еще одна важная сторона подготовки к гонкам – это дороги. Понятно, что трасса, по которой промчатся гонщики, безупречна, что подтвердили эксперты. А вот о дорогах в самом Олимпийском парке следует позаботиться, обновить разметку, например. Ну а тема содержания внутригородских дорог стала отдельно на совещании в администрации. Кроме бюджета, нужно еще иметь и источники для того, чтобы дополнительно должно быть содержание. То есть к этим источникам может быть принесена это рекламная деятельность. И за счет рекламной деятельности, значит, дополнительные деньги изыскивать для того, чтобы содержать дороги. И второе – придорожный сервис, в том числе торговля. Расчистить дороги – вот что еще предстоит сделать. С одной стороны, от автохлама, брошенных машин на курорте активно избавляются еще со времени подготовки к Олимпиаде. Эта работа продолжается. Как и снос незаконных гаражей. Всего их было выявлено более 2500, демонтировано более 2000. И теперь важно не допустить появления новых самовольно возведенных гаражей во дворах, расчищенных с таким трудом. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.